Привет, меня зовут Позинок Аника, мне 12 лет, я живу в городе Минске. Я занимаюсь народными танцами, хожу в студию графики и занимаюсь в киношколе Big Film. Я хочу стать известным дизайнером одежды, чтобы мои коллекции показывались в Лондоне, в Нью-Йорке и в Париже. Чтобы я могла много путешествовать и сниматься в творческих проектах. Всем пока!